Мы уже не раз поднимали проблему засыхающих деревьев Твери. И вот к нам вновь обратились горожане, которые обеспокоены состоянием, на этот раз, голубых елей возле администрации Пролетарского района Твери. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы оценить, как говорится, масштаб проблемы. Возле администрации Пролетарского района Твери уже долгие годы украшают входную группу голубые ели. Их здесь высажено несколько. Им не один десяток лет, и сегодняшнее состояние деревьев очень беспокоит тверичан. Такая же ситуация с зелеными насаждениями и возле законодательного собрания Тверской области. Часть деревьев в хорошем состоянии, а вот некоторым срочно нужна помощь. Не нужно быть высококлассным специалистом, чтобы понять, что деревья находятся на грани гибели. Некоторые ветви на елях уже фактически без иголок, а дерево, что находится позади меня, и вовсе похоже на сухостой. Многие горожане высказывают тревогу. Уж не свидетельствует ли такое плачевное состояние деревьев в Твери о плохой экологической обстановке в областной столице? И не опасно ли это для людей? Эксперты в области ботаники и биологии выделяют целый ряд причин, почему деревья в Твери обретают такой внешний облик. Старение пород, которые были высажены, с одной стороны. Ну и с другой стороны, это все-таки большее, конечно, условие стресса для деревьев, которые они встречают в городе, нежели в тех естественных условиях, откуда когда-то их предки или они сами были привезены в Тверь. Если дерево поражено, да, оно является источником вот всех самых насекомых. Ученые называют ксилофагами, те, которые питаются древесиной, или личинки их питаются древесиной. Поэтому это действительно источник вот таких вот опасных насекомых, которые, не будь их внутри города, может быть, не стали бы поражать слабые деревья. Собственно, именно личинки и жуки стали причиной усыхания десятков деревьев в Твери. Об этом заявили в июне этого года сотрудники филиала Рослесзащиты Центра защиты леса Тверской области. Они выявили вредителей. Именно пестрый ясеневый лубоед стал причиной гибели разных пород деревьев. Этот жук при питании повреждает кору и лубяной слой дерева. При благоприятных погодных условиях возможно массовое размножение вредителя. В целях вспышки было рекомендовано проводить работы по удалению заселенных жуками деревьев. Мы отправили запрос в администрацию Твери, чтобы узнать по поводу дальнейшей судьбы голубых елей. В пресс-службе отметили, что все аварийные деревья муниципальное предприятие «Горзеленстрой» уже ликвидировало. По исследованиям, именно те ели, которые сейчас украшают город, не представляют никакой опасности. Им исключительно необходима обрезка для более эстетического внешнего вида. Но в связи с нехваткой сотрудников, которая зафиксирована на муниципальном предприятии, этого сделать оперативно нельзя. Тем не менее, нас заверили, что в ближайшее время специалисты проведут обрезку сухих ветвей елей.